Держу на своем все, чем помочь. Пожалуйста, помогите. Здесь ребенок застрял. Ну, мы играли в гоп-гоп, и он застрял. На второй школе. Приедьте, пожалуйста. А где ребенок конкретно застрял? На детской площадке возле второй школы. Там, короче, очень много турников. И тут две качели. Да. Маленькая и большая. И тут, короче... Все, хорошо, мы поняли. А что застряло? Нога у него, рука? Нет, нет, он, короче, подождите. Что у тебя застряло? Нет, я ничего не застрял. У меня просто нога болит. И он не может выйти. Нога, да? Застряла, не может достать ее. Сейчас подъедут, достанут его. МЧС напоминает, не оставляйте детей без присмотра. Защитите своего ребенка, сделайте его жизнь безопасной.